Всем привет, друзья! Ну что, мы едем в Нью-Йорк сегодня. Те, кто смотрели наши видео, знают, что мы уже побывали в городе Вашингтон. Это не штат, это именно столица Америки, город Вашингтон, округ Колумбия. Мы туда ездили по делам, по пути в Нью-Йорк. И вот все дела мы решили, даже немножко успели погулять по городу, кое-что посмотреть, показать вам. Кто еще не смотрел, можете вернуться в прошлое видео. Там мы постарались передать вам свои эмоции, свои ощущения и все, что мы успели увидеть. Мы поняли, что город Вашингтон заслуживает отдельного внимания. Туда нужно ехать специально, проводить там несколько дней в пешей прогулке, в пешей экскурсии, смотреть все достопримечательности. Это не тот город, который нужно смотреть из машины или бегом в спешке, как это получилось у нас. Но хотя бы чуть-чуть мы уже, знаете, нагнали себе аппетит для этого города, что можно запланировать туда поездку. Значит, сегодня мы едем в Нью-Йорк, нам ехать примерно 4 часа. Там мы встречаемся с нашими друзьями, они живут в другом штате, но с ними мы дружим еще из России. Вот мы решили встретиться в Нью-Йорке и провести время, посмотреть осень Нью-Йорке, потому что осень особое время, когда листья меняют цвет, когда уже не так жарко, когда хорошая такая погода, комфортная. Будем надеяться, что она нас не подведет, не будет там особых дождей, не будет сильного холода. Но вроде по прогнозу должно быть неплохо. Будем надеяться, что так оно и будет дальше. Погуляем по центральному парку, где-то по центру, может быть, еще какие-то места посетим. Ну, в общем, у нас в планах просто релакс, просто отдых, встреча с друзьями, которые тоже живут в Нью-Йорке. Жить мы будем на Стейтен-Айленде. Это часть Нью-Йорка. Это не центр Нью-Йорка, но это часть Нью-Йорка. В прошлый раз, когда мы отдыхали, еще до переезда в Америку, мы жили в районе Квинс, а сейчас вот решили снять жилье на Стейтен-Айленде. Мы сняли двухкомнатную квартиру, так как нас две пары, мы решили взять квартиру с двумя комнатами. В Вашингтоне мы снимали студию, потому что нас было двое, мы всего на одну ночь, нам большая квартира была не нужна. Также на Стейтен-Айленде у нас живут наши друзья, которые раньше жили во Флориде, в нашем городе, где мы сейчас живем. И вот мы с ними тоже обязательно встретимся. Еще там есть друзья у нас, которые тоже жили во Флориде, переехали в Нью-Йорк. В общем, программа у нас будет насыщенная. По возможности будем вам снимать, тоже показывать, куда мы ходим, что смотрим. Ну, конечно, встречи с друзьями мы снимать не будем, потому что это такие более частные ситуации. Хотим отдыхать, проводить время, наслаждаться уже без камеры, ну и смущать, конечно же, никого не хотим. Пока мы ехали в Вашингтон, мы ехали в районе 12 часов из нашего города Палм-Кост во Флориде. Мы проезжали 4 штата. Это Джорджия, Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния. Ну и потом мы приехали уже в сам Вашингтон город. Он находится в округе Колумбия, и этот округ не относится ни к какому штату. Он самостоятельное такое место, столица Америки. И вот дальше мы сейчас выехали, будем проезжать штат Мэриленд, Нью-Джерси будем проезжать, ну и уже потом сам Нью-Йорк. Дороги разные просто бывают. Мы выбрали самый короткий путь, ехать нам примерно 4 часа. Есть дороги, где 9 часов можно ехать, но это бесплатные дороги, поэтому они такие объездные. А мы выбрали короткий, там нужно будет платить за некоторые въезды, за некоторые мосты, но мы к этому готовы. Как вы видели, в прошлом видео мы покупали специальный вот этот приборчик Easy Pass, с которого считываются деньги за проезд. Здесь он как раз используется в этой местности, в этих штатах ближайших. В общем, будем надеяться, что дорога тоже будет красивая, как в принципе сюда, в Вашингтон. Будем так по чуть-чуть вам снимать. Делимся с вами всем. Сами смотрим Америку, вам показываем. Потому что это наше такое первое длительное путешествие на машине со Славой. Он когда-то ездил по работе со своим напарником давно, несколько лет назад в Нью-Йорк на машине. Для него эта дорога более-менее знакомая, а я первый раз. Мне все интересно, все смотрю. Ну и думаю, вам, как нашим зрителям, тоже приятно с нами попутешествовать, увидеть весь процесс, скажем так, да? Полноценное путешествие и дорогу, и место, где мы живем, и что нас вокруг окружает, и куда мы ходим, что смотрим. Это интересно. Я сама любила раньше такие видео у блогеров смотреть. И надеюсь, что вам тоже они нравятся. Город Вашингтон, конечно, очень зеленый город. Нас это прям приятно удивило. Несмотря на то, что это мегаполис, да, очень много высотных зданий, очень много, в принципе, зданий, но и зелени там не меньше. Прям утопает просто город в зелени. Но я думаю, все, кто смотрели видео, вы это тоже отметили. И вот сейчас мы едем по дороге и видим, что, ну, огромное количество, конечно, зелени. Очень насыщенная растительностью эта местность. Здесь 4 сезона в этой части Америки.
Сейчас здесь полноценная осень, уже видно, как деревья меняют цвета разных цветов. Для нас это тоже уже необычно, потому что 5 лет мы живем во Флориде и привыкли к пальмам, к соснам, знаете, примерно все всегда зеленое, солнышко светит. Вот. Хочется немножко сменить обстановку, посмотреть другие виды, другие краски. Ну и вообще большие города, они по-своему прекрасны. Глаз отдыхает. Едешь, смотришь, наслаждаешься этими зданиями и архитектурой. И в принципе жизнь кипит в таких городах. Потому что вот часто нам, кстати, пишут про Palm Coast. Где люди? Вот вы ходите, нигде нет людей. У вас что там, мертвый город какой-то? Есть люди на самом деле. Просто в Palm Coast, ну вот во Флориде, очень жарко. Особенно в летнее время года. И днем никто особо не гуляет. И мы стараемся снимать там, где мало людей, там, ну, когда их мало людей, гуляют в парках, гуляют на пляже, потому что это Флорида, жара. А в больших городах, конечно, больше людей на улицах, потому что там и общественный транспорт, там и метро, там люди ходят на работу пешком, магазины пешком. У нас город маленький, у нас город чисто для жизни, не для туристов. Там нету ничего в пешей доступности, там везде нужно ездить на машине, поэтому большая часть людей, конечно, ездят на машине. А здесь вот мы приезжаем, да, вот сейчас был у нас Вашингтон, видели, да, как люди там и спортом занимаются, бесконечно кто-то бегает, ходит. И просто куча народа на улице, все ходят куда-то, идут, бегут, туристы, ну, естественно, туристов очень много. Когда туристический город, там кроме жителей очень много туристов, которые тоже создают вот этот эффект толпы. Но в Нью-Йорк мы едем, там будет еще больше людей. Особенно, я думаю, на Таймс-сквер, да, вот где Манхэттен, там всегда такая толкучка, такая толпа. В общем, будем погружаться полностью в жизнь большого города, насладимся, насытимся. И я представляю, с каким удовольствием мы поедем потом назад в наш спокойный, тихий город Палм-Кост.
Так, друзья, мы на месте. Будем сейчас выгружать наши чемоданы. Вот он, наш райончик, где мы будем жить. Подобный, очень похож на тот, что мы были сейчас в Вашингтоне. Такой вот домик. Тоже первая часть, первый этаж. Ну как, пристройка, вернее, вот та. Это их машина. Тоже можно, мы можем вот здесь на территории оставить свою машину. Это большой плюс, что не надо ставить на дороге. Пойдемте, пока наши друзья в пути, покажем вам, какое у нас будет жилье. Вот такие миленькие, смотрите, тут контейнеры для мусора стоят. Симпатичные. Заходим сюда. Здесь у нас получается свой дворик, свой мусорный бак. Здесь можно на улице посидеть под зонтиком. Мы хотим у них спросить, разрешат они или нет, чтобы мы, может быть, вот эту часть перенесли подальше туда. Мы здесь особо, может, и сидеть не будем. А эти ворота открываются, может быть, мы машину сможем сюда завести. Потому что в Нью-Йорке мы не планируем пользоваться много машиной. В основном будем общественным транспортом, потому что пробки, платные мосты и все остальное – это ни к чему. Мы приехали гулять. Значит, заходим, друзья. Нас тут встречают милые лягушечки у порога. Загорает. Вход по коду, естественно. Ну и делаем рум-тур. Значит, вот здесь небольшая прихожая у нас. Каких-то тапок нам кучу оставили зачем-то, не знаю. Два зонтика, можно повесить вещи. Это хорошо. Ну и заходим дальше. Мы уже так зашли, просмотрелись. Миленькая квартирка, между прочим, нам понравилась. Кондиционер. Сразу начну с кухни. Она здесь слева. Вот такая небольшая кухня. Морозилочка. Холодильник. О, у нас тут даже какие-то остатки какой-то еды. Как мы, да, купили сливки, но не использовали в итоге. Здесь вот кто-то покупал молоко, оставил. А, какие-то тут пюрешки или что это такое, не знаю. Куча всего. Ну, не факт, что нам это нужно, но как есть. Значит, вот такая кухня, друзья, с окошком. Маленькая, небольшая, но не забываем, мы в Нью-Йорке, мы не во Флориде, здесь все миниатюрное. Нам самое главное, что есть все необходимое. Газовая плита здесь, между прочим, не электрическая. Здесь у нас газ. Уж забыли, как газовой пользоваться. Микроволновочка. Вот такая кофеварка здесь неплохая, рожковая. Это хорошо. В ней кофе лучше, чем в капельных. Или вот то, что мы сейчас были в Вашингтоне. Капсулы. Такой невкусный кофе получился. Здесь есть всякие инструкции. Как, что, куда. Ложки-поварёшки. Раковина. Все чистенько, аккуратненько, хорошо. Окошко с видом на наш дворик. Так, еще вот такая есть кофеварка тоже, капсульная. Это у нас, по-моему, пылесос такой маленький. Давайте посмотрим, что здесь в шкафчиках предлагают. Так, чашки, стаканы, мед, даже есть сахар, кофе. Тоже какой-то кофе. Корица есть из приправ, да, то, что здесь стоит. Слава, там вещи носит, пока я вам тут все рассказываю, показываю. Так, здесь у нас тарелки, там тоже большие бокалы. Тарелки, а что, две только большие? Может быть, посудомойки что-то не вижу. Наверное, нет посудомойки здесь, нету. Ладно, ищем дальше. Так, тоже разные специи, масло оливковое и обычное. Это хорошо. Здесь перекрыто, сюда нельзя. Смотрим, что здесь. Вот такой набор желтой посуды. Вилки, ложки, это все есть. Отлично, прихваточки. Здесь мешки для мусора. Блендер есть. Пленка, фольга. Вот это супер, потому что в том доме этого не было. А прям нужно. Забываешь всегда это купить, когда едешь. Хорошо, что здесь они это предусмотрели. Здесь все фольгой застелили. Так, заглядываем сюда. Одноразовые тарелочки есть. Здесь миски, миксеры. Так, еще какие-то здесь эти формочки. Печь, если нужно. Угу. Здесь все для мытья. Что-то тарелок мало, друзья. Неужели больше нет? Штопор. Ага, я слышу. Думаю, что за звук? Это автобус с мороженым. Так, ножи, ножницы. Здесь у нас что?
кастрюли, несколько кастрюль, формы для запекания, подносы, контейнеры. Так, а вот тарелок, вот это и все получается, да? Там дальше тарелка? Нет, там дальше просто салатница. Две большие, остальные только маленькие. Хм, интересно. Надо у них узнать. А, вот они стол сервировали, видите, уже все разложили. Они же здесь красоту навели. А я сразу не заметила. Вот они, все, четыре набора есть, это самое главное. В общем, от входа кухня, столовая зона. Здесь такой перевозной столик. Можно, если нужно за компьютером посидеть, кондиционер такой в окошке. Но здесь не делают центральные чаще всего кондиционеры, именно потому что здесь 4 сезона, и кондиционером пользуются только летом. Отопление внизу идет, когда холодно. Маленький диванчик такой. Здесь зона отдыха. Тоже с диваном. Два креслица, телевизор. Хорошее такое место. Уютное. Небольшая квартира, но очень уютная. И здесь туалет с ванной. Он один для двух комнат. Небольшой. Вот такая раковина небольшая. Зеркало со светильничками. Набор полотенца для нас. Унитаз. Так, здесь у нас ванна. О, душ гибкий. Супер. Молодцы ребята, что сделали гибкий душ. На фото, по-моему, был не гибкий душ. Я еще думала, как мы там будем мыться. Поменяли. Плиточка везде. Здесь у них такие вот уже наполненные шампунь, кондиционер, гель для душа. Но у нас все свое, нам это особо не нужно. Тоже окошко есть в ванной комнате. Полотенце вешать. Крючочки. Вот это важные такие детали, нюансы, но они важны. Маленькая такая ванна, но я думаю, мы здесь все четверо поместимся, будем очередность соблюдать. Ну и две комнаты, они вот так рядышком, кстати, две комнаты идут. Примерно одинаковые, просто цвета. У них вот эта голубая, синяя комната, а это была красная комната. Здесь просто красные шторы, обычная двуспальная кровать. Две тумбочки, такие столики с плафонами. Так, здесь у нас корзина для белья. Небольшие плечики, куда можно развесить свою одежду. Тоже кондиционер в каждой комнате, наверное, отдельный. Ага, здесь постельное, ну, такие покрывала, которыми можно застелить. Ну, это, наверное, они меняют, когда уезжают гости. При входе есть стульчик маленький. Ну, такие комнатки, знаете, чисто поспал и вышел. Что нам, в принципе, и нужно. Мы не планируем здесь много времени проводить. Ну, вечером придем, когда с прогулок, посидим. А посидеть, вот, пожалуйста, там достаточно места здесь, там за столом. В спальнях мы будем только спать ночью, и вставать и уходить. Следующая комната. Слава тут уже кучу наших вещей занес. Вот это, представьте, два пакета обуви. Я же вам говорила, да, что я набрала как на всю жизнь, потому что здесь холодно, ты не знаешь, какая будет погода. Будет жара, нужна одна обувь. Будет холодно, другая. Дождь, третья. Куда-то пойти в более такое официальное место, четвертое. Ну, короче, у нас тоже есть такой мини-кондиционер, вазочка. Кровать тоже обычная двухспальная. Две тумбочки, все стандартно. Манхэттен, пожалуйста, на картине уже есть. И вот такой у нас есть гардероб здесь. Тоже для белья. Корзина. Еще полотенце, если нужно, экстра. Куча вешалок. Что там еще? Какие-то моющие. Ну, это они уже, наверное, ими пользуются. Тоже такой же стульчик у нас здесь при входе стоит. И вот такая вот картина. Ну все, вот он такой рум-тур получился. Хорошая очень даже квартирка. Смотрите, у них здесь моющий пылесос. Это хорошо. Это очень хорошо. Мы здесь будем неделю, к нам никто не будет приходить убираться. Будет пылесос тут ездить и все убирать. Главное, ничего лишнего на полу не оставлять, чтобы он не потерялся, не сломался у него там путь, который ему запрограммировали. Вот, друзья. Значит, сколько стоит? Мы заплатили за эту квартиру на 6 ночей. 1050, по-моему. Надо посмотреть точно. Я не помню точную цифру. Я помню, что вот в районе 1050 или 1090.
Что-то типа такого. До 1100, в общем, долларов у нас вышла эта квартира, ну, практически на неделю. Это очень достойная, хорошая цена, учитывая, что у нас две семьи, то есть это напополам. У нас там получилось по 500 с копейками. Супер. Мы в Дестин ездили, 350 заплатили с семьи на 3 дня. А здесь мы на неделю по 550 долларов с семьи. Я считаю, очень даже хорошее жилье. Слав, как тебе жилье? Поделись с людьми. Ну как не видел? Уже взором должен был окинуть, преследуя мужа. Пока мне нравится. Пока хорошо, Пока уютно. Вот хорошо. это, во всяком случае, зона, где мы будем отдыхать, очень даже уютная, хорошая, да? Да? Да. Смотри, нам с тарелочки уже накрыли, все дела сделали. А я ищу, слышишь, там по этим ящикам, где тарелки большие? Всего две тарелки стоит, а потом смотрю, все на столе уже. Так что все, друзья, мы располагаемся, раскладываем вещи, ждем наших друзей. И потом пойдем, наверное, еще зайдем в магазин, чтобы пойти в гости к нашим друзьям. Наши друзья нас пригласили на ужин, ну вот который я говорила, что жили раньше в Палм-Косте, переехали сюда, в Нью-Йорк, и знали, что мы сегодня приедем, мы с ними договаривались встретиться. Они говорят, приезжайте к нам на ужин, когда приедете с дороги, потому что ужинать нужно, самим готовить или куда-то идти, зачем, приходите к нам. Так что сейчас мы быстренько так с корабля на бал. Забежим по пути в магазин, купим хозяйке, конечно же, букетик цветов, сделаем ей комплимент, что-то к столу купим или к чаю, или венца бутылочку, ну уже посмотрим. Пойдемте с нами, конечно же, в магазин, возьмем вас с собой, покажем вам местный магазин, конечно же, куда без него. Поэтому еще не заканчивается видео на этом. Вышли мы уже на улицу, все, собрались, отдохнули немножко, пообщались с ребятами, встретились. Идем, в общем, друзья, в магазин. Какой-то местный магазин, Shop Right, не знаю. Мы никогда не были, говорят, какая-то известная сеть в узких кругах Америки. Вот идем смотреть, что за магазин. Купим кое-что для завтрака. Завтра хотим в Коско поехать, затариться уже на всю неделю. А сейчас чисто купим на завтрашнее утро что-то. И сейчас к ребятам в гости. Вот так вообще магазин называется. Поэтому бежим, бежим. Здесь такое движение, что на трассах, что на улице. Так, цветы вот такие в горшках. Сейчас надо будет посмотреть цветочки обычные какие-то. О, Вячик меня ждет. Есть цветы здесь, Слав, обычные? Купить хозяйке нашей. Кого? Цветочки. Букетик какой-нибудь есть тут? Смотри. Надо поискать. Так, нашла цветы. Что тут за цветы они предлагают? Надо какой-то букетик выбрать симпатичный. Розочки вот такие. Так, розы стоят 16 долларов. В общем, цены такие. Сейчас мы, наверное, сначала выберем, потом будем цены смотреть. Так, ну эти как-то не очень. Из всех, наверное, только розы более-менее выглядят. Вот такие подсолнухи есть уже. Закрыты в этой сеточке. Ну, здесь такие простенькие цветочки. Наверное, букеты самим составлять. А именно уже готовые букеты только здесь. Ну, сейчас выберем. В общем, друзья, решили взять вот этот цвет. Нам показался очень такой симпатичный. Какой-то такой сиренево-розовый. Ну, на видео он не так смотрится, вживую прям очень симпатичный. И такие плотненькие бутончики должно постоять. 16 долларов такой букет стоит. Не Коска, конечно, где огромные букеты, но тоже ничего. Ходим, выбираем сыры. Слушайте, ну могу сказать, что цены здесь выше, чем у нас. Но это мы знали, что здесь все подороже. Ой, здесь сыр, смотрите, какой. Со сладким острым перцем, чеснок и травы. С блубери, это голубика, чистый. Нарезочки. В общем, взяли вот такую нарезку, решили салями взять упаковочку на бутербродики с утра с кофе, с чаечком. И какой-то сыр надо взять. Так, слайсы вот есть. Что тут есть, какие виды? Ну, такой вкусный, но он какой-то, знаете, как будто растаял и спрессовался. А, или нет, верхние слои так смотрятся. Мы любим вот этот с халапеньо, но не знаю, как ребята, любят ли острый. Нельзя, аллергия. А, нельзя, аллергия, все. Так, что-то давай здесь чеддер. Как-то не... Не, чеддер я не люблю, если честно. А это все нарезки, да, вот то, что предлагается. Ну, вот тут висят какие-то, как бы не очень.
И, в общем, решили взять вот этот сыр 5,49. Попробуем. Какой-то ирландский чеддер. Ты любишь чеддер? Я как-то не очень. Я что-то не увидела, что это чеддер. Я думала, просто какой-то ирландский. А тут один чеддер, да? Слушайте, так непривычно в незнакомом магазине. Смотришь вроде на то же самое, а все не то же самое. И не знаешь, что выбрать. Гауда, 6,49. Али, какой маленький тоненький кусочек. Тут есть нечего просто. Очень проголосовали. Берем этот. А те, у кого аллергия, взяли себе такой мягкий, типа плавленного. Мы взяли вот этот. Все, что тут у нас еще в нашей корзине? Хлеб для бутербродов. Вот такой. Вот такая намазочка. Типа плавленного сыра. Вот с чесноком и травами. Так, это я вам уже показала. Еще белый хлеб взяли. Ну так, чисто, кто захочет. Все. Вот этого нам, я думаю, хватит для того, чтобы позавтракать. А мы позавтракаем и поедем в Коско. Так, ну все, друзья, затарились. Ну, если это можно так назвать, затарились. Чуть-чуть взяли для завтрака. Сейчас мы еще возьмем кое-что к чаю для наших гостей, куда мы сейчас идем. И все, и выдвигаемся в путь. Все, друзья, ну на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Магазин снимать не буду, сильно много. Сняли только то, что сами взяли. Все-таки приехали мы не по магазинам ходить и показывать вам продукты, которые продаются, в принципе, и у нас в Палм-Косте. Очень часто эти у нас шопинги выходят. Поэтому на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Дальше у нас уже начнутся наши прогулки именно по Нью-Йорку. По всем красивым местам. Все, мы на месте, мы добрались. Это самое главное. Всем желаем всего самого хорошего и доброго. Берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!